И снова разрывы, и снова свистпульс над землей. И вот 41-й сменился уже на 2022-й. Фашистская нечисть расправила крылья, глумится над нашей страной. Но враг не пройдет, здесь солдаты России ведут с этой гадиной бой. Господи, спаси и сохрани их, Господи. Господи, дай сил им справиться с чумой. Господи, ты помоги им, чтобы, Господи. Господи, с победою пришли домой. И снова бои не на жизнь, а на смерть. Теперь только бить до конца. Ребята ценой своей собственной жизни уничтожают врага. И бьют, как тогда, в 43-м и 5-м, как прадеды их под Москвой. Как Паулюса бьют их под Сталинградом, как люди под Курской дугой. Господи, спаси и сохрани их, Господи. Господи, дай силы им справиться с чумой. Господи, помоги им, чтобы, Господи. Господи, с победою пришли домой. Чтобы вы были живыми, чтоб победа в бою вас нашла. И наша молитва российским солдатам, чтоб до адресата дошла. За вами страна, весь народ, вся Россия. Мы с вами на передовой. Все молитвы за вас, не останьтесь живыми. И с победой вернитесь домой. Все молитвы за вас, и останьтесь живыми, и с победой вернитесь домой. Господи, спаси и сохрани вас, Господи. Господи, дай сил вам справиться с чумой. Господи, ты помоги им, чтобы, Господи. Господи, пиши домой. Господи, спаси и сохрани вас, Господи. Господи, дай сил вам справиться с чумой.
чтобы, Господи. Господи, с победою пришли домой. С победою пришли домой.